Учитывая сложную ситуацию в экономике, связанную с введением чрезвычайного положения и закрытием бизнеса у многих предпринимателей, возникают вопросы, связанные с тем, как обслуживать взятые ранее кредиты. Национальный банк с пониманием относится к проблемам людей, но тем не менее мы не можем обязать коммерческие банки приостанавливать начисление процентов или пересматривать графики. Но тем не менее мы обратились с рекомендацией к коммерческим банкам с просьбой учесть положение, финансовое положение заемщиков. В случае, если у того или иного лица, индивидуального предпринимателя или фирмы, возникли проблемы с ведением своей деятельности и значительно ухудшились финансовые положения, заемщики могут обратиться в банк с просьбой реструктуризировать. Что это означает? Осуществлять выплаты, возврат кредитов не в эти месяцы, когда в стране введена чрезвычайная ситуация, а в более поздние сроки, к тому моменту, когда ситуация наладится и восстановится бизнес. Тоже касается и людей, которые взяли зарплатные кредитные проекты. В случае, если возникнут такие проблемы, но я надеюсь, такого не будет, безусловно, банки будут реагировать. В первую очередь я хотел бы сказать о сберегательном банке, поскольку он является коммерческим банком, но государственным. Собственником сберегательного банка является Национальный банк. Поэтому клиенты сберегательного банка Абхазии, которые взяли ранее кредиты на бизнес-проекты, на иные цели, и у них значительно ухудшилась финансовая ситуация, могут обратиться в банк с просьбой о реструктуризации, о продлении срока и пересмотре графика возврата кредитов.